В разгаре долгожданное лето и в детском оздоровительном лагере «Факел» жизнь бьет ключом. В расписании ребят увлекательные занятия и интересные состязания. Одно из таких – военно-спортивная игра «Зорница». Формат этого мероприятия построен следующим образом. Они должны проявить определенного рода смекалку, проучаствовать в подвижных конкурсах, выполнить, соответственно, поставленные задачи. И вот на стадионе и спортивных сооружениях Развилковской школы почти сотни ребят. Все четыре отряда лагеря. Для них подготовили несколько заданий, где каждому предстоит проявить себя с лучшей стороны. Но для начала нужно определиться с названием команд. Ведь как назовешь корабль, так он и поплывет. Итак, первое задание. Как можно быстрее сбегать за буквами и собрать слово. Наста, внимание! Чемпион, метеор, призер, дружные. Названия более чем правильные для спортивных команд. Следующая игра – минное поле. Под колпачками спрятаны мячи, своеобразные гранаты, и нужно обнаружить и принести определенное их количество. Здесь важны такие качества, как скорость, выносливость, быстрота реакции. Впрочем, все эти навыки и умения крайне нужны и в другом конкурсе – полосе препятствий, когда ребята и ползут, и прыгают, и бегают. Однако самым увлекательным состязанием стало перетягивание каната. Это соревнование получилось очень захватывающим по накалу страстей. Никто не скучал ни одной секунды. Вовсю бурлили эмоции и царил здоровый, состязательный дух. Здесь, кстати, дети в полной мере ощутили, что такое настоящая работа в команде. Какие же впечатления у ребят от этого спортивного праздника? Я думаю, что дружба и командный дух помогает победить. Ну, конечно, нужна сила и выносливость. Зорница мне понравилась тем, что она развивает мышцы и... И веру в себя. Мне очень понравились соревнования. Они очень прикольные и веселые, зажигательные. Ну, потому что там все бегают, прыгают и куча всяких эмоций, настроения веселых. Впрочем, для ребят Зорница – это не только веселое времяпрепровождение, но и полезные состязания, оттачивающие важные качества. Опыт, приобретенный в Зорнице, очень помогает в экстремальных ситуациях, когда нужно быстро пробежать, быстро сориентироваться, где-то проползти, где-то помочь человеку. И значит, главная цель Зорницы – осваивать мальчишкам и девчонкам что-то новое, тренироваться и преодолевать себя – достигнуто. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Ольга Садовская. Видное ТВ.